Боевая готовность. Мы начинаем. Всем добрый день. Сегодня предлагаю вкратце обсудить представителя одного из любимых классов в игре «Мир самолетов», а именно истребитель второго уровня Curtiss XP-31. Данный самолет является акционным, не продается и не исследуется. Получить его можно во время одной из промо-акций Wargaming или в комплекте с товарами партнеров ВГ. На аккаунт самолет получен из трофея «Кречет» в период празднования дня рождения игры и уже успел понравиться. Давайте разберемся, что из себя представляет истребитель второго уровня Curtiss в игре «Мир самолетов». Curtiss – это самолет, опередивший свое время. Создавался в 1932-33 годах, но выглядит как намного более поздний и современный самолет. В игре «Мир самолетов» вы это редкий моноплан в царстве бипланов второго уровня. Вооружение из 4 пулеметов обеспечивает высокую огневую мощь и плотность ведения огня. Эффективная дальность ведения огня 420 метров. Темп стрельбы 600 выстрелов в минуту. Урон в секунду 17 единиц. Curtiss уверенно распиливает любые классы самолетов, в чем вы убедитесь при просмотре видео. Прочность тоже весьма неплохая. Истребитель имеет 100 очков прочности, что является хорошим количеством для класса на уровне. Curtiss XP-31 имеет высокую маневренность в горизонтальном вираже и эффективен в маневренном бою на малых высотах. У XP-31 есть закрылки, что само по себе дает определенное преимущество в маневренном бою. Кроме того, Curtiss – это моноплан. Там, где у бипланов ощущается некоторая валкость маневрирований, XP-31 совершает маневры изящно и легко. Кроме того, монопланы имеют некоторые преимущества в скорости крена и перекладке с крыла на крыло, чем можно и нужно пользоваться. Оптимальная высота ведения боя составляет 700 метров и является достаточно хорошей для уровня. Мощность двигателя составляет 600 единиц. Curtiss имеет увеличенный заработок кредитов за бой, причем уровень дохода с учетом его второго уровня вас приятно удивит. В видео будут представлены результаты боев, как победных, так и проигрышных, в том числе и финансовые результаты, которые вы сможете оценить. Curtiss XP-31 очень приятный самолет, представляет собой как коллекционную, так и игровую ценность. Раскрыть свои сильные стороны XP-31 сможет, как мне кажется, не только в руках достаточно опытного игрока. Всем спасибо за внимание, не забывайте ставить лайк, пишите свои комментарии и подписывайтесь на наш канал. Приятного просмотра и до новых встреч на нашем канале.
Действовали отлично. Ждем вас дома. Выходим на линию соприкосновения.
Вперед, пилоты! Покажите, на что способны! Концентрирует силы в районе аэродрома.
все. Теперь к вам не пробиться. Рассчитывайте только на себя. Противник слишком силен.